наверное, внимательный болельщик заметил то, что евпатрийцы перестроились на иную схему, нежели они играли в прошлом сезоне. Теперь играют с двумя опорными. И сегодня, конечно, абсолютным сюрпризом. Давайте после этой атаки Пронкин перевод на Нуридинова. Нуридинов мяч принимает, Ситников здесь ему помогает в касании. Неплохой заброс, и Алиев до мяча не достает. И однако все-таки мяч оказывается в сетке ворот. Сихан Алиев не очень удачно там действовал, если я не ошибаюсь, это был Гулиев. И не разобрались оборонительные порядки Инкомспорта. Собственно, чем и воспользовался Сейхан Алиев и переправил его в ворота. Один теряет мяч здесь. Пронкин набирает скорость. Нуридинов. Пронкин это заметил. Нуридинов подходит к штрафной. Уже в штрафной площади финтит и удар по воротам. Справляется с ним Суслов. Харченко на подборе. Можно было бить. Коротко мяч после как раз ударов от ворот. Ну и сейчас во втором тайме тенденция эта продолжается. И в очередной раз завладели сначала мячом ялтинцы, но вот здесь уже у евпаторийцев атака получается. Нуридинов сохраняет мяч в поле. Нуридинов, подача. Но здесь только Салтанов, на подборе Войтенко. Линии мяча в надежде на ответную атаку. Подача на дальнюю штангу. И здесь спасает сейчас Щендрыгин свою команду. И достаточно легко голкипер здесь мяч разыграл. Ну а дальше Нуридинов отлично поборолся. Здесь практически организовал себе выход один на один, но Некрасов. Мяч доходит до Царитова. Гулиев забегает справа, получает мяч. Снова навес. И мяч оказывается таки в сетке ворот Евпатории. Может быть, не очень удачные действия здесь своих собственных ошибок. Ну вот и сегодня видим, да, что, в общем-то, давление определенное гости создают, но не то чтобы ставят защиту в какие-то безвыходные ситуации. Подача хорошая, и Харченко забивает головой этот мяч. Здесь нужно отметить и Ярослава Юдина, и Евгения Харченко, которые, в общем-то, вдвоем этот мяч соорудили. 79-я минута матча.